Я приветствую читателей нашего портала. Сегодня мы узнаем мнение жителей и гостей столицы к проводимой онлайн-переписи населения. Сейчас идет перепись населения Казахстана. Ага. Вы участвовали в опросе? Пока что нет. Как вы думаете, в онлайн-режиме удобно? Онлайн, да. Где живете? У нас не было, я же заграничной учусь. Нас просто поставили перед фактом, что мы учимся вживую. Но мне, конечно, удобнее понравилось онлайн. Ты можешь заниматься своими делами. Онлайн. Удобнее онлайн, да. Ну, потому что сейчас все онлайн из-за карантина. Нет, не участвовали. А вам в каком формате удобнее было бы? Онлайн или? Да, онлайн обязательно. Да, участвовала, я и прошла. Да, онлайн формате, да? И вам как удобно, в онлайн формате или офлайн? Лучше онлайн, конечно. Это удобно было, да? Мы прошли полностью с семьей всей. Онлайн или офлайн? Онлайн. Потому что это сейчас современно и очень доступно. Мне кажется, онлайн не требует таких больших усилий, например, как офлайн. Там, для точно так же, мне кажется, удобно больше онлайн. Онлайн, конечно. Не знаю, удобнее же, чем идти на участок. Да. Ну еще вы не участвовали? Нет, не участвовали. Но если по онлайн, мы будем участвовать. Да, очень. В онлайн формате. Ну просто там слишком много вопросов. Например, получали ли ты вакцину? Площадь проживания, сколько детей рожала? Сколько мальчиков, сколько девочек? Образование. Просто слишком время много отнимает. Ну, а так мы уже прошли перепись. Ну, естественно, удобнее. Не надо никуда идти и не надо напрягаться, время свое тратить. Я думаю, что сейчас интернетом пользоваться могут все. Почему нет? В опросе нет, еще не участвовала. Но я буду ходить, собирать как интервьюер. А как думаете, в онлайн-формате удобно будет? Вообще, у меня сестра проходила, я видела, какой этот опрос, он вообще неудобный, и там очень много лишних вопросов, очень много. Типа, что есть в вашей квартире, там, и так далее. Лишние вопросы. Это лишние вопросы, и для, ладно, мы как бы молодые, мы можем легко разобраться. А моей сестре 38, и она вот в телефонах, там, не особо разбирается, поэтому для нее было тяжело зайти, пройти вот эту какую-то регистрацию, поэтому хотелось бы, чтобы было легче и доступнее. Идет перепись населения Казахстана. Вы участвовали в опросе? Нет. Сейчас идет в онлайн-формате. Как думаете, это будет удобно для казахстанцев? Не знаю даже. Нет, наверное. А вы будете участвовать в опросе? Нет. Нет? Нет. Ну, конечно. В смысле, для всех удобно. Почему нет? Все, кто знают, я думаю, могут воспользоваться этим. Не нужно никуда ходить, никого искать. Мне тоже интересно, сколько человек проживает в Казахстане. Нет еще. Планирую. Как вы думаете, в онлайн-формате вам удобно будет? Ну, я не знаю, еще не задумывалась над этим вопросом. Ну, вообще, по-моему, вот в торговом центре стоит стол, написано «Перепись населения», но что-то пока никого там не видела. В принципе, я планировала вообще там пройти перепись.